Здорово. Мы тут все вместе. В сборе. Хозяева в сборе. Хочу сказать спасибо, что слушаете трек, ребят. На 29-м месте в чартах ВК. Ну, сейчас уже на 31-м, но все равно спасибо большое, что слушаете. Ну, ты просто еду заказываешь и не ешь? Да. Это твой стиль? Ой, давай показывай. Готовы? Кудык. Вот такую красотку мы будем покупать. Только живую, не разбитую. Красотка, дешевый цвет. Подождите, по салону. И колонки, да ты шо, да, музыка вся. Давай звоним. Кто в отличном сцене, хозяин я. Торг строго у капота. Че, берем, звоним. А, добрый день. Вот у меня деньги есть, хотел Матис купить. Если не поздно, вот через минут 40 могли позвонить. У нас гонка через полчаса. Ну, мне неудобно, тут я... Я понял, я понял. Доброго дня. Доброго дня. Хотел узнать, Матис продаете еще? Вы уже продали, я зовут меня. А, шалей. Алло, здравствуйте. Я случайно загорелся целью взять себе аппарат какой-то гоночный. Решил начать с Матиза. Правильное решение. Я просто извиняюсь, сейчас по навигатору езжу. Через сколько можно выйти на связь? Примерно минут 40, час. Мне кажется, Матизов больше всего вообще этих машин в мире. Мне кажется, Матизов больше, чем людей. То есть есть шанс, что родится девочка, мальчик или Матиз. Добрый день, вы по навигатору не едете случайно? Нет. А Матиз продается у вас еще? Да, продается. С нуля до 100 он сколько едет? Я не замерял. Сейчас заверим. А там как вообще? Вы сами можете подсказать? Может, косячки какие-то есть? Может, там где-то колесо подспущено? Я перезвоню. Почему-то он сказал про косячки, он сказал сразу перезвони. Он спрашивает, есть какие-нибудь косячки, он такой, нет. И потом выключает и идет смывать все в туалет. Алло, я по поводу Матиза синего цвета звонил. Для грузоперевозок подойдет он? Для грузоперевозок. Нет. Алло. А посмотреть можно? Да, конечно, можно, да. А мы сейчас можем подъехать, прямо сейчас, вот через минут 20? Нет, я сейчас на работу, после 10 буду. Хорошо, будем знать, спасибо, до свидания. Скажи сразу, я ребенок чиновника, мне дали сейчас 300 тысяч, я хочу их потратить, мне сказали, что если успею потратить, мне дадут еще 300 тысяч. Салам. Да, здравствуйте. По объявлению звоню, Матис. Да, вот сейчас перезвоню. Ай, блин, спасибо. Я вот по поводу объявления на Авито, Матис. Да, можете приехать посмотреть. Приезжайте, да. Угу, спасибо. Те, кто смотрел Ильдар Автоподбор, знают, что есть и девушки-перекупщицы, вот которым верят на слово. Ну, типа из разряда, если ездит девушка, то значит машина ухожена. То есть можно быть перекупом, который просто использует актрису для того, чтобы продавать успешную машину. Да? Мы сегодня спалили на стриме, как зовут женщину Кости. Светлана Бакарат, и он Светлане Бакарат изменял с Еленой. Я хочу взять у нее интервью. Можно взять у тебя интервью? Нет. Ну ладно. А Моргенштерн согласился. Это девушка продает? Да. Компания Лох. Это наша компания по перекупу. Это тот, который в пробке ехал. Чем это тот человек, который сейчас по навигатору? Ваш Матис, да? Мы покупать хотим Матис, продадете? На сколько? 130. А нет. Какая цена? 400. 400? О, посмотрите, вон какие букетики с розочками есть. Вот, такие можешь? Матиолу? И травку. Надо, да. Мы сейчас с букетиками, она нам за сотку отдаст. Кай. Сколько это выходит? Чтобы не больше 100 рублей. Не, нормально, нормально. Матиола 170. Матиола. Вот, ну, стоишь. Потом еще понторез обычный. Саня достает шкатулки, садится на колени и говорит, сделайте скидку, пожалуйста. Так? И там кольцо обручальное. Кая. Разводится с Каей, просто свадьба, дети, Матис. Ой, спасибо. Как оплатить? У меня как будто чуть обделенный. Не дай бог, это неуспешная сделка будет. Ну скажи про свой букет. Ромашка 150 рублей. Роза погрызанная 210. Колокольчики 80, по-моему, брал. Сейчас мы приезжаем, он говорит, ребята, извините, продал. Продала уже только что. Типа она говорит, ребята, извините, уже приезжали ребята с цветами. Я так типа растрогалась, что продала. Может стать лучшими перекупами? Добрыми перекупами. Покупать машину за 240, продавать за 200. Чтобы все говорили, блин, крутые ребята, я еще им тачку продам, еще заработаю на этих лохах. Алло. Опа. Сбросила. Еще и выходит муж на спирцовке заливает. Давайте просто по адресу найдем от Матис пока. Откуда мочой пахнет? Пишут ей челы, звонят какие-то по объявлению. Не, ну, наверное, сейчас просто все скидывают звонки. Ты как нам теперь звонить за нее? Можешь просто стоять и кричать «Матис» у окна. Ну, зачем они это делают? У нас конкуренция, не забывайте, компания «Лох», вы что, все повесили носы, я не понял. Если честно, мы сами виноваты. Ну, вообще... Машина хорошая, естественно. Матис не ваш?
Что, нет, нет, нет. Хотели приобрести. Брат, нет это, сигаретки. Мы чисто магнитолы вот только это нюхаем периодически. Напиши сообщение. Да, я думаю, сейчас пишут и звонят. Но мы просто номер спалили, да? Нет, объявление. Татьяна, это ваш Матис! Татьяна! Можете руку пожать, пожалуйста? Как Леха. Спасибо. А можно мне тебе руку пожать? Спасибо. Спасибо. Можете руку пожать? Спасибо. Ты бы хотел на концерт пойти? Нет. Хотел билет ему подарить, ну ладно. Можно? На концерт идешь к платине? Нет. А что? Денег нет. Денег нет на платину у тебя? Еще раз? Подожди, у меня нет билет на платину. Нет денег на платину у него? Не надо. Сейчас каждый будет подходить и брать билет. Нет. Чего? Испугался, думал, в ноги пройдешь. Что, видно? Саня! Ну это гонка. А он у вас без номеров? А, он без документов? Ладно, ну тогда не будем просто брать, спасибо. Пошел звонок? И снова неудача. Мне кто-то звонил. А синяя женщина... Добрый день, вы мне звонили. Есть вариант такой, посмотреть вам. Сколько? Кто-то работает, парень уже. Ну, до свидания. Че он сказал? Да, он только завтра. Давайте вот это просто поднимем и все. Цвет тот же, крыша съемная. Колес тоже. Не х... Сложно это дело, ребята, автоподбор. Я вообще правильно делаю? О! Тони Хоук про скейтер. И потом вот, смотри, сразу. Неправильно. Ручка. Вот, неожиданно. Вот, удар, все. Все, упал. Вот, удар. Без вот этих вот, понял, человек сразу понимает, что ему... Вот, удар. Ну ты разговариваешь с быдлом, да? Вот скажи что-нибудь. Черт. О! Вот. Не хватило, еще разочек удар. Блин, реально нечитаемый. Не считаем. Вот. Расходуемся. Конечно. Вот. Смелее. А можно? Вот удар. У тебя нормально получается. Я жалею, что... Вот удар. Ну вот, подойди. Вот если... Мы на такси больше, чем на Матис потратим. Надо подумать немного. Может, выбор жесток. Я бы хотел все вернуть назад, но уже поздно. Стоп, ты серьезно? Ты много дал мою комнату. И я проснулся снова в ряду. Костян, 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 Костян. Бойся. Ну что, может, тогда слэм может, пацан? Минус баллы в Яндексе. Я готов заработать на тебя большие бабки. Не видят меня, почему-то молчат. Помни его Катерины, у нас на районе у Дима врача. Есть треки очень короткие, а есть очень длинные. Когда ты слушаешь, допустим, на раз хороший трек, ты не хочешь, чтобы он заканчивался. А здесь всего минута 50. Я уже где-то там, думаю, господи, когда же он закончится. Ну, спойте про солнышко, спойте про... Потравку они поют. Через сколько мы будем? Только через минуту. А вот мы уже здесь. Вот он. Новый. Новый. Слышишь, 60 новый. Просто новинка. Это на заводе его помяли. А есть же такие продавцы, знаешь, которым, ну, говоришь, ну тут дырка в бампере. Я говорю, новый. А на какого года? 60-го. О, это хорошо. Пип-пип. Крашен. Крашен. Сразу вижу, подушки стреляли. Скидочку бы. Неизвестно, как оно. Можно скидку сделать за 175. Так она у вас в объявлении стоит 180. Потому что в кредит будет дополнительная страховка. За счет этого будет стоимость. Нам страховка не нужна. Прикол. Так а зачем вы цену ставите 175 тогда? Да, пишите тогда большими буквами в кредит. Переплатить-то мы можем, у нас есть бабки. Просто смысл какой важный. Пойдемте, еще время теперь. Хорошо, работайте. У меня есть еще вариант. Let's go! О, спасибо. Больной. Вы чувак? Давайте просто по улице тормозить Матисы. Да я говорю, мы на улице результативнее бы взяли. Но кардан здесь получается все это. Говорят, что гниль. Нравится или нет, скажи. Ну что мы тут мозги делаем? 60 либо другая да. Мы завтра едем в другие варианты смотреть. I said